Приветствуем наших дорогих зрителей на новом обзоре от интернет-магазина «Серебряная птица». Сегодня мы готовы не только показать вам золотые украшения от приволжского ювелирного завода «Красная Пресня», но и сообщить эксклюзивную и очень радостную новость в конце нашего обзора. Заинтригованы? Тогда смотрите обзор до конца, и там вы все узнаете. Начинаем! Кольцо и серьги в золоте 585 пробы без покрытия. Вставка опал белый синтетический. Опал всегда привлекает своими радужными переливами и яркими искорками в глубине камня. В золотом изделии он смотрится просто великолепно, согласитесь. Комплект получается утонченным и очень женственным. Прекрасно подходит к романтическому образу. Параметры изделий: паспортный вес серег 4,48 грамма, кольца 2,76 грамма. Кольцо и серьги из золота 585 пробы без покрытия с элементами в выборочном родировании. Вставка гидротермальный изумруд и фианит. Более элегантного комплекта, наверное, даже трудно себе представить. Посмотрите на этот роскошный изумруд и его огранку. А какой глубокий и насыщенный цвет! Можете быть уверены, он не потускнеет и будет радовать вас долго, конечно, при соблюдении всех необходимых правил ношения полудрагоценных камней. Паспортный вес кольца 2,5 грамма, вес камня 0,9 карат. Паспортный вес серег 3,1 грамма, вес камней в них 1,8 карат. Комплект, в который входит кольцо и серьги в золоте 585 пробы, без покрытия и вставка на изделиях фианит. Фианиты очаровательных сиреневых оттенков. Эти камни будут так великолепно переливаться, делая ваш образ еще более изысканным. Подарите себе радость вместе с этими ажурными украшениями с цветочным орнаментом от приволжского ювелирного завода «Красная Пресня». Паспортный вес серег 6,39 грамма, кольца 2,65 грамма. Кольцо и серьги в золоте 585 пробы без покрытия. Вставка на изделиях фианит собственной огранки. Вы любите переливающиеся и изменяющие свой цвет при разном освещении камни? Тогда этот комплект определенно для вас. Посмотрите на роскошную вставку в этом комплекте. Словно настоящий александрит, камень изменяет свои цвета от пыльно-серого до зеленого, желтого и даже сиреневого оттенка. А сколько у него внутри невероятных граней! Представьте только, как они будут играть! Если хотите удивить и поразить, очень рекомендуем выбрать этот комплект, ведь он просто создан для восхищения. Паспортный вес кольца 3,3 грамма, серег 5,4 грамма.
комплект, в который входят кольцо и серьги в золоте 585 пробы. С элементами выборочного родирования, вставка на изделиях, гранат и фианит. Томный и глубокий цвет вставки в этом геометрическом комплекте просто завораживает. Особенно в золоте высшей пробы. Очень рекомендуем присмотреться к этим благородным украшениям счастливым обладательницам темных волос. Поверьте, с ними ваш облик будет еще прекраснее. Паспортный вес кольца 1,97 грамма, вес камня в нем 1 карат. Паспортный вес серег 3,12 грамма, вес камней в них 2 карата. Кольцо, серьги и подвеска в золоте 585 пробы. Без покрытия, с элементами выборочного родирования. Вставка на изделиях, гранат и фианиты. И вновь очаровательный гранат с фантазийным декором для ценительниц изящества и плавных линий. Вы можете выбрать украшения по отдельности, но лучше, конечно, сочетать их в целостном комплекте с изящной цепочкой, которую, кстати, тоже можно приобрести на нашем сайте jumagazine.ru. Переходите по ссылкам в описании и заказывайте украшения, которые вам нравятся. Паспортный вес кольца 2,62 грамма, вес камня в нем 0,3 карат. Паспортный вес серег 3,98 грамма, вес камней в них 0,6 карат. Паспортный вес подвески 1,52 грамма, вес вставки в ней также 0,3 карата. Кольцо и серьги в золоте 585 пробы, без покрытия, с элементами выборочного родирования. Вставка на изделиях фианит. Классический и поистине королевский комплект украшений. Хотите почувствовать себя настоящей аристократичной леди? Смело дополняйте свой образ этим комплектом. И мы убеждены, без комплиментов вы точно не останетесь. Крупный фианит, невероятные огранки и дорожки из миниатюрных фианитов соберут бесчисленное количество восхищенных взглядов. Паспортный вес кольца 2,4 грамма, паспортный вес серег 4,59 грамма. Комплект, в который входит кольцо и серьги в золоте 585 пробы. Без покрытия и с элементами выборочного родирования. Вставка на изделиях гидротермальный изумруд и фианиты. Изысканные, необычайной красоты серьги и кольцо воплотились в едином комплекте и уже ждут свою обладательницу. Скорее пополняйте свою коллекцию, потому что такой комплект нельзя упустить. Нежность и элегантность в этих украшениях просто влюбляет в себя и не оставляет никаких шансов на сопротивление. Так стоит ли отказать себе в этом удовольствии?
Паспортный вес кольца 2,64 грамма, вес камня в нем 0,2 карата. Паспортный вес серег 7,24 грамма, вес камней в них 0,4 карата. Кольцо и серьги в золоте 585 пробы без покрытия с элементами выборочного родирования. Вставка на изделиях фианиты. Нестареющая классика и элегантность. Ничего лишнего в этом комплекте. Эти благородные украшения подойдут даже при строгом офисном дресс-коде и будут совершенно уместны в любой ситуации. Паспортный вес кольца 3,7 грамма, серег 4,93 грамма. Серьги в золоте 585 пробы без покрытия. Хотите сделать только изящный намек на украшение в вашем образе? Смело выбирайте вот такие серьги-гвоздики. Наш интернет-магазин предлагает вам два варианта вставки на выбор – фианит и искусственный зеленый агат. Такие золотые гвоздики очень красиво смотрятся в ушке, и специальный винтовой замочек надежно закрепит их без риска потери любимого аксессуара. Паспортный вес этих серег около 3 грамм. Кольцо и серьги в золоте 585 пробы без покрытия с элементами выборочного родирования. Вставка на изделиях – гранат и фианит. Еще один комплект с гранатом насыщенного винного цвета для наших прекрасных покупательниц. Посмотрите, какую изящную, ажурную фантазию сотворили мастера-ювелиры красной пресни в этих золотых украшениях. Что может быть лучше для легкого, летнего, расслабленного образа? Паспортный вес кольца 1,990 грамма, вес камня в нем 0,12 карат. Паспортный вес серег 3,85 грамма, вес камней в них 0,25 карат. Колье и браслет в золоте 585 пробы, без покрытия и без вставок. Минималистичные и такие стильные украшения для самых смелых и желающих быть всегда в тренде. Колье и браслет образуют очень модный ансамбль, который можно сочетать с современными тенденциями. И в то же время он совсем легкий и незаметный. Паспортный вес колье 2,75 грамма, браслета 1,42 грамма.
Представляем вашему вниманию комплект, в который входит кольцо и серьги в золоте 585 пробы, без покрытия и с элементами выборочного родирования. Вставка на изделиях – агат искусственный зеленый и фианит. Ажурный и невесомый комплект с непрозрачным замутненным камнем выглядит очень оригинально и необычно, согласитесь. Надеемся, что такие украшения смогут занять достойное место в вашей коллекции. Переходите по ссылкам в описании к видео, и это золотое великолепие будет вашим. Паспортный вес кольца 2,4 грамма, вес камня в нем 0,1 карат. Паспортный вес серег 3,95 грамма, вес камней в них 0,2 карат. Кольцо в золоте 585 пробы без покрытия и без вставок. Широкое кольцо из золота смотрится очень стильно и практично, словно обнимая палец и мягко перетекая из одной капли в другую. Размер кольца может регулироваться в большую или в меньшую сторону. Паспортный вес изделия 4,91 грамма. Ширина кольца в самом широком месте 28 мм. Представляем вашему вниманию цепь и браслет в золоте 585 пробы, без покрытия и без вставок. Цепь и браслет великолепнейшего плетения «Бисмарк» – несомненный золотой хит нашего интернет-магазина. Посмотрите, как богато смотрится такое плетение. Кстати, оно может очень хорошо подходить как женщине, так и мужчине. Паспортный вес цепи 14,3 грамма, браслета 5,78 грамма. Наверняка вы уже знаете о том, что ювелирный завод «Красная Пресня» выпускает украшения не только светского характера, но и изделия с религиозной символикой. И многие наши покупатели уже успели оценить по достоинству качество и красоту таких изделий, подарив их себе или своим близким. И вот, наконец-то, новость, которую мы хотели вам рассказать и приберегли ее на окончание нашего обзора, это то, что завод «Красная Пресня» наконец-то начал работать с драгоценными вставками в своих украшениях. И мы знаем, что этого ждали многие наши покупатели, было очень много вопросов, и вот, наконец, да, это случилось. Мы сами тоже очень этому рады, и сейчас мы покажем одну из таких вставок. Пока изделий немного, они в ограниченных количествах, но тенденция уже явно намечена, и мы надеемся, что она будет только развиваться и расширяться в дальнейшем. Так, например, вот такой крестик доступен к покупке на нашем сайте уже сейчас, с двумя вариантами вставок – фианитом и настоящим бриллиантом. Согласитесь, поистине роскошный подарок. Паспортный вес подвески с бриллиантом – 1,2 грамма. Размер камня в ней – 56 тысячных карат. Паспортный вес подвески с фианитом – 1,25 грамма. Надеемся, что эта новость вас порадовала и вдохновила. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы самыми первыми узнавать о всех важных событиях в нашем интернет-магазине. Мы всегда вам рады и желаем приятных покупок!